Сегодня 30 октября. 30 октября 1901 года в Самару прибыл Николай Семашко. Будущий первый нарком здравоохранения РСФСР работал тогда в медико-статистическом бюро Самарского губернского земства. В качестве санитарно-эпидемиологического врача он участвовал в ликвидации эпидемии дифтерии и сибирской язвы в Новоузенском уезде. Сейчас это территория Саратовской области. 30 октября 1940 года газета «Волжская коммуна» писала, что к осени 1941 года территория вокруг Дворца культуры имени Куйбышева, сегодня это театр оперы и балета, будет озеленена. Вокруг дворца появятся 4 сквера. Были посажены харьковские тополя, шаровидные клены, плакучие акации и многочисленные кустарники. Запасная столица готовилась к большому военному параду. После его окончания многие куйбышевцы отправились на фронт. Ежегодно 30 октября в нашей стране отмечают День основания Российского военно-морского флота, День инженера-механика и День памяти жертв политических репрессий в России. Поздравления с днем рождения сегодня принимают член Общественной палаты региона Константин Алексеевич Титов и руководитель Государственной жилищной инспекции Виктория Анатольевна Каткова. Также 30 октября были рождены советский актер театра и кино Владимир Гуляев, российский летчик-космонавт Александр Лазуткин, аргентинский футболист и тренер чемпион мира Диего Марадона и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Осии Колесник. На Руси в день памяти этого пророка большое внимание уделяли колесам, поэтому его и нарекли Колесником. Крестьяне убирали телеги в сарае до весны, а на смену им доставали сани. Таким был в истории 30-й день октября. Прекрасного настроения вам и успехов во всех делах!